Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – как выбрать пиджак под джинсы. Правила рекомендаций 30 шикарных идей. Тандем из джинсов и пиджака – это классический прием в стиле casual. Если раньше такое сочетание смотрелось слишком грубо, то сегодня его называют самым стильным. Женщины носят пиджак и джинсы не только на прогулку, но и на свидание, на работу и в некоторых случаях на праздники. Разнообразие джинсов и пиджака могут вызывать панику у женщины. Чтобы это исключить, мы расскажем в материале стильные правила этого сочетания. Джинсы и пиджак хорошо сочетаются с кедами или кроссовками, с футболкой, с топом, с туфлями, аксессуарами, с босоножками, с водолазкой.